Всем привет! С вами Светлана, и сегодня небольшой видеоролик «Мотивация для тех, кто хочет похудеть». Эта тема мною была затронута прошлым летом. Я активно худела, похудела на 10 килограмм. И так прошла зима, очень много праздников, расслабления. Ну, в общем, все это знают. И сейчас, девочки, уже весна, и скоро не за горами лето. О питании я сегодня не говорю. Пьем водички побольше и травяные чаи, а также занимаемся активно физическими упражнениями. Это тренажер моего сына для спины, но я тут нашла для себя упражнения, при которых я качаю свой пресс, убираю жир с животика. Тут выставляется вес. Отличное упражнение, море удовольствий. Следующее упражнение, которое я люблю, это упражнение для грудных мышц. Любимое наше упражнение. Это пресс. Планочка моя, очень любимое упражнение. Каждый день его нужно делать утром и вечером. Вот таким вот образом нужно держать все тело. От 1 секунды начиная до 3 минут. Чем дольше вы продержитесь, тем будет лучше. Еще нужно хотя бы через день находить время для прыжков на скакалке. Найти себе дома уголок, в котором это возможно сделать. И, конечно же, если позволяет это вам жилищные условия, и если не мешать соседям. А еще мне муж сделал вот такую прикольную штуку. Кто не догадался, сразу. Это степ-платформа. Может, кто-то будет смеяться, но это самый лучший вариант. И позволяет мне заниматься. Конечно же, дорогие девушки, женщины, поздравляю вас всех с наступающим 8 марта. Это такой светлый и радостный праздник. Я желаю всем вам, чтобы вы были любимыми, здоровыми, активными, чтобы у вас все в жизни получалось, чтобы вы шли вперед, не расстраивались никогда и достигали своей цели. Всем счастья, любви, красоты. И пока, до новых встреч на моем канале.